Всем привет! Вы на канале «Делай дома». В этом мастер-классе я покажу, как быстро сделать домашние тапочки из телек. А пока смотрите видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На лист бумаги обводим контур своей стопы. Вырезаем. Нам понадобится стелька на сантиметр или лучше на 2, больше нашей стопы. Отмеряем 1 сантиметр от края стельки и чертим по примеру. Делаем разрезы по начерченным линиям. Вторую также. Примеряем, хватит ли разреза. Соединяем два конца и сшиваем. Делаем из фетра бантик. Шаблон я взяла из просторов интернета. Склеиваем бантики. Приклеиваем бантики к шлепкам. Домашние тапочки-шлепки готовы. Если у вас широкая стопа, а шлепки получились узкие, то на подошву можно приклеить еще одну широкую стельку. Я надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч!